Первый день весны, яркое солнце. Что может быть лучше для активного отдыха? Уже по доброй традиции в дружном микрорайоне дружно и весело провожают зиму. Состязательную часть праздничного гуляния провела спортивная инициатива. На площадке организовали сразу несколько тематических зон. Для ловких и смелых – перетягивание каната, бег в мешках и даже хоккей. Для творческих натур – всевозможные мастер-классы, например, по изготовлению кукол-оберегов и концертные номера. Мы живем в этом доме и наблюдаем из окна, потом скорее выбегаем на улицу, выигрывать призы планируем. Поедание блинов, игры, хороводы, веселые конкурсы не дали скучать ни взрослым, ни детям. У нас в квартале вообще все здорово, мы каждый раз приходим, веселимся, здесь много народу, столько детей, всегда есть чем заняться, это очень важно, потому что когда нет вот такого места, где можно собраться, ну, все сидят по своим домам, а тут так весело, можно и с детьми погулять, и самим где-то поучаствовать, очень важно, я считаю. К слову, жилищная инициатива всегда заботится о комфорте своих жильцов. Активно застраивает новые кварталы «Дружный 2» и «Дружный 3». А подобные праздники здесь проводят регулярно, ведь «Дружный» – это большая семья. Татьяна Голубева, Мария Микшут, Александр Антропов. День с толком.